Популярный американский рэпер, ведущий одной из самых популярных программ «Тачка на прокачку» Exhibit представил в Москве новые наушники Monster. Он и Dr. Dre являются большими поклонниками их наушников и используют их как в работе, так и в жизни. В хип-хопе есть такие частоты и ритмы, которые могут быть потеряны, если ты слушаешь его в плохих наушниках. А музыка сейчас становится все более динамичной, и я один из тех людей, которые не могут представить свою жизнь без музыки. Поэтому очень важно, с помощью чего ты ее слушаешь. Невероятное количество людей уже с утра занимали очередь для того, чтобы заполучить автограф живой легенды. Совсем скоро, после 6-летнего перерыва, наконец выйдет новый альбом Экзибита. В эксклюзивном интервью телеканалу A1 он рассказал о том, почему так долго пришлось ждать его новой работы. Дело в том, что в эти годы я вообще сомневался, хочу ли я заниматься музыкой. Для меня всегда была очень важна семья, и в 2008 году наш новорожденный малыш спустя недолгое время умер. После таких серьезных вещей задумываешься, а все ли я делаю правильно в жизни. Ну и, конечно же, я очень волновался за свою жену. После этого я серьезно пересмотрел свою жизнь и отношение к бизнесу. Вся эта ситуация меня серьезно встряхнула, и не было ни времени, ни желания на то, чтобы творить. Когда ты выступаешь, ты должен много энергии отдавать зрителям. И вот все это время я собирался с силами. Сейчас Exhibit полон сил, и скоро, помимо нового альбома, мы сможем увидеть и новый клип. На новом альбоме со мной будет Dr. Dre, Wiz Khalifa, в общем, будет много фичерингов. Также будет импровизация с треками Prodigy. Этим альбомом со мной занимался продюсер из Великобритании. Первую песню на альбоме полностью сделал он. Каждый трек в этом альбоме дает понять, что я чувствовал все эти годы. Это мой очень личный опыт. Exhibit рассказал, что всегда с большой радостью приезжает в Россию. Тем более сейчас, в преддверии выхода альбома, для которого наконец пришло время. Я в восторге от нашей работы над альбомом и над тем, что получилось. Раньше я писал песни под впечатлением от мест или событий. Каждая песня — это отдельная вспышка, а этот альбом целостный, единый. Следите за эфиром, и вы одними из первых обязательно увидите новый клип Exhibit в эфире телеканала A1. What's up, it's your boy X to the Z Exhibit. You watching A1 TV. Rap.